Всем привет! 22-й выпуск журнала «Танте-72» и первые электронные детали. Это у нас плата с двумя светодиодами. Ну, честно говоря, за 369 рублей как-то не густо. Ладно, пока отложим их и посмотрим журнал. Тираж у нас 28 тысяч экземпляров. Первая статья «Судьба 62-ки». Вторая «Танк Шитикова». Третья «Советские танки в боях за Воронеж». Рубрика «Радиоуправляемый танк», где у нас опять же про танковые сражения модели рассказывают. И инструкция по сборке, где мы сейчас будем устанавливать нашу плату со светодиодами на корпус. Вот так вот выглядит плата, полученная с этим выпуском. Давайте ее прикручивать. Держится на двух винтиках. Ну вот и вся сборка на сегодня. Конечно бы хотелось увидеть, как все это светится, но пока я не нашел, от чего запитать. Нету, к сожалению, у меня батареек сейчас свободных. И в 22-м выпуске у нас будет опять же плата уже с четырьмя светодиодами, которые мы будем устанавливать, я так думаю, сюда. А на этом все. Спасибо за просмотр и пока!